Год назад в Астрахани убрали троллейбусы. И сейчас власти подумывают вернуть рогатых обратно. И мы решили узнать астраханцев, поддерживают ли они идеи властей. Надо, потому что удобно ездить. Нет, не считаю. Мешает движение. Не знаю, можно... И у нас узкие улочки в Астрахани, улицы. И количество маршруток, мне кажется, это не совсем удобно. Ну, в общем, здесь и да, и нет. Но, с другой стороны, он как-то вроде бы облагораживает город Астрахань, делает его более уютным. Ну, может быть, у меня, как у пенсионерки, ностальгия. Да, потому что это очень удобно, общественный транспорт. Троллейбусы? Нет, не считаю. Не знаю, мне кажется, маршрутки вполне справляются с этим.